спектакль «Евгений Онегин» был показан в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Торонто, в Бостоне, в Израиле, в Тель-Авиве, в Петербурге, в Екатеринбурге. Где мы еще были-то в России? Где мы? Челябинск. В Челябинске, в Воронеже, в Сахалинск, да. Прибалтику. Калининград только что мы были. В Калининград, но это был дядя Ваня. В Прибалтике, в Вильнюсе мы его показывали на родине художественного руководителя, автора спектакля Римаса Туменса. У Евгения Онегина и у театра с этим спектаклем связана огромная гастрольная география. То есть спектакль необычайно востребован в Москве, несмотря на то, что уже, так сказать, мы играем третий сезон, да? Или четвертый пошел? Четвертый, наверное, ужас какой. Да, да, четвертый театральный сезон. Играем мы минимум два раза в месяц в тысячном зале в Москве, всегда аншлаге. И постоянно с ним получаем приглашение приехать на гастроли. Поэтому вот, наверное, все главные такие какие-то знаковые города я сказал. А, Спалетто в Италию забыли. Вот, вспомнил сейчас.